Здравствуйте, дорогие друзья! Это Анапа. И сегодня у нас 16 января 2019 года. В Анапе выпал снег. Вот. Я сегодня должен был поехать в Варваровку, но поездка не состоялась. Но я таким образом оказался сегодня утром на улице, снял прямой эфир, а теперь снимаю уже запись о этом замечательном утре. Сейчас мы находимся в сквере у 5-й школы. Такой вот замечательный сквер, и, конечно, всех поражает эта красота. Все стараются запечатлеть на свои смартфоны. Ну и я, конечно, как же. Все красиво, замечательно. У меня есть сегодня план сходить на море. И я этот план сейчас осуществлю. Это будет сделать непросто, потому что на дорогах месиво. Сейчас я надеваю перчатки. На дорогах снежная каша. Я уже сегодня хлебнул этого добра, перебираясь через потоки воды. Все это в прямом эфире вы увидите. Ну а сейчас я пройдусь в сторону моря, посмотрю, как это выглядит зимой. Ну а потом приду домой, буду греться, пить ром, потому что сегодня просто экстрим был настоящий, как я переходил эти улицы Крымскую, Крестьянскую. Мы никуда не уедем. Снимаю я без стабилизатора, у меня просто монопод, поэтому прошу прощения за, может быть, какие-то резкие движения. Но это детская площадка, тоже вот фотографируется, потому что это понятно, что снег для Анапы — это просто чудо. Чудо, которое вот сейчас оно есть, а завтра его не будет. Вот люди снимают, фотографируют. Перекресток улицы Пролетарской с улицей Горького. Пойду со стороны, по которой никогда не ходил.
ну, машины будто специально стараются забрызгать, может, мне это показалось, но два каких-то вот проехали, просто мне казалось, что они специально. Улица Кати Соловьяновой. Ну просто сказочная аллея.